Возвращайся, кое-что случилось. Успокойся. Что происходит? Твоя мама позвонила, сказала, дедушка в критическом состоянии. Ты и Цици должны вернуться. Я понял. Здравствуйте. Вызываемый вами абонент временно недоступен. Идем, слишком поздно для охраны. Эй, братец Зиньян! Я... Цици, что, я не понимаю, можешь не мешать мне? Мы скоро встретимся, все в порядке. Нет, я... Разве время ребячиться? При чем тут ребячество? Я не такая. Тогда что? Ты снова злишься на меня? Забудь, забудь, просто иди. Идем, Зиньян, возьми свой багаж. Идем. Эй, братец Зиньян, подожди меня! Уже 3 часа. Почему нет сигнала? Черт. Ты придешь или нет? Все же будет в порядке. Мама, думаю, он не придет. Цзиньян, почему ты разочаровал меня после того, как дал надежду? Цзиньян! Госпожа, кладбище закрывается. Вы пробыли здесь долго, почему не уходите? Простите, я сейчас уйду. Хорошо. Прости, мама. Я обманула тебя. Он нарушил свое обещание. Да? Привет, Тяньяй! В чем дело? Не отвечаешь на телефон. Дедушке Диньяна плохо. Он улетел за границу. Я не могу все объяснить по телефону. Вернись в компанию. Хорошо. Он уехал искать тебя сегодняшним утром. Твой телефон был выключен. Он не смог дозвониться. На кладбище нет сигнала. Я не подумала об этом. Тяньяй, ты же знаешь, что в сердце Дзиньяна тебя никем нельзя заменить. Думаю, он снова соврал мне. Я этого не ожидала. Думаю, у него есть причина. Что ты хочешь сделать? Я... Я хочу поехать за границу. Поехать за границу? Лучше хорошо подумай. Сделав это, ты можешь столкнуться с более жесткими обвинениями. Справишься с этим? Я готова. Хорошо. Но не говори Цзиньяну. Я хочу сделать ему сюрприз. Не волнуйся, я сохраню твой секрет. Как дедушка? Это серьезно? Господин, вы можете проверить сами. Братец Цзиньян, я... Фактически дедушка не болен. Они сказали это, чтобы ты вернулся. Правда? Братец Цзиньян, ты меньше любишь меня? Цици, моя любовь к тебе, как у брата к сестре. Это все. Даже если... Даже на секунду... Ты не любил меня? Нет. Хорошо. Я поняла. Иди, найди ее. Я позабочусь о маме и дедушке. Спасибо тебе, Цици. Тогда я пойду. Братец Цзиньян, ты должен быть счастливым. Это приют благотворительность?
президент Ситигрупп Сыту Хуан. Идем. Кто вы? Наш господин хочет узнать кое о чем. Тун Тяньай. Тяньай? Что с ней случилось? Ничего. Просто, возможно, она моя сестра. Ваша сестра? Нет, невозможно. Мать Тяньай погибла в автокатастрофе, когда та была ребенком. Я видел, как она росла в приюте. Невозможно. Человек на фотографии — ее мать. Ее зовут Тун Синь. Чем вы занимаетесь? Личность Тун Тяньай установлена. Это госпожа Сыту. Отлично, идем. Эй, что вы делаете? Мы не навредим ей. Что? Цзиньян сбежал? Это не вина брата Цзиньяна, Цэйцы. Это вы были неправы. Почему вы солгали мне, что брат Цзиньян любит меня? Почему объявили о свадьбе без предупреждения? Цэйцы, разве это не ради тебя? Вот так, мама. Хватит разговоров. Я решила разорвать помолвку. Я хочу, чтобы мой братец Цзиньян был счастлив. Цыци! Цыци!